Да, классическая схема с свободным защитником Бербан. Итак, каждый день на тренировках, наверное, ему легче судить. Хотя мне показалось, что вот оставит мне многих игроков итальянского футбола вот такого амплуа. Ну, не Деливио это, конечно. Тот помоторней будем чувствовать. Я только так и понимаю его реакцию, вот когда нам его крупно показали. Видите, теперь Рональдо далековато отошел назад, отдает мяч. Но, тем не менее, уже пару раз проиграл вверху. Вот и Рональдо. Пришел на место левого защитника своей команды. Слегка помассировал ему с Рональдо тоже штрафной. Вот. Значит, мы уже можем сказать. И уже потом Буффон улетел в ворота. Так, Интер додержали Эдуарда Стрельцова. Он уходил на бровку перешнуровать бутсу. Валерий Маслов, динамовец знаменитый, стоит. Ну, скорее, Маслов за Стрельцова. Рональдо на левом краю. О, как, слушай, пас, конечно, сильно отдал Рональдо, посмотрите. И тем не менее, вы посмотрите, какое протокол. Ну, с энтузиазмом, естественно, потому что выиграть на таком трудном поле, при том, вот Рональдо, вот типичный Рональдо, как он уходит желтая, от всех, конечно. Да, желтая карточка, получает калории. Так, вы поняли, да, уважаемые телезрители, что тут происходит? Игрокам Интера, конечно, это Рональдо. Вот он пробрасывает сразу мяч между двух, и все время, ну, он уходил далеко во фланг, давайте вот с этой точки зрения хорошо будет видно. Один его зацепил, пытался второй, но потом решил не трогать, а рванул туда, в центр обороны. Рональдо уходил во фланг, а не прямо против ворот. Вот так и никак иначе. Вот Рональдо бьет. Мурьера нарушает правила, или что произошло, кто-то получает желтую карточку. Ну, Бергами хороший, я вам скажу, просто хорош Бергами. Сейчас уже Бакини, потому что выскочил слишком рано из стенки, я так полагаю. Да, рукой сыграл Бакини, он рукой отбил мяч. Да. И опять-таки Бергам. Он был в штрафной площади, пенальти надо давать просто-напросто. А, вполне возможно, да, вы правы, наверное. Да, и конечно. Бергам, говорит, что сыграл рукой в штрафной площади. А арбитр дает повторение, потому что он слишком рано выскочил. Да, и повторение, и все это. Вот смотрите, он рано выскочил, во-первых, задрал ногу там, но это еще на игровом расстоянии, это не опасная игра. А вот не был выход из стенки очень близко, и судья раньше дал свисток. А в этой вот суматохе и в шуме трибун, видимо, не расслышали свисток дальше футболисты. Ну, еще раз. Вот Рональдо в штрафной. Смотрел турнирную таблицу, и все-таки, как будет только... Интер идет вторым. Разница очком между ним. 500 миллионов долларов, на какую-то фантастическую цифру. Кто предлагает? Барселона. Агенты — это нечто. Ох, замаха прицельного удара вот Рональдо подавал. Мяч, смотрите, видите, отскакивает к нему. И не вот играть с Рональдо тоже легко, и поэтому... Вот он уходит еще раз от Калори. Калори сейчас не может нарушать правила. Силы еще руководят и национальные футболисты Интера. Играет очень широко, пас направо. Вот есть Рональдо один... стал маневрировать, да, очень, да, много даже в этом матче, пытаясь... Нет, 10-й номер Удинезе Локателли. Да, вот. Много холостой работы. Обратил внимание, что Уэст не очень часто играет даже дальше, чем Бергам к своим воротам. Может быть, его отодвигает туда Бирхов. Понаблюдаем. Это очень... Только из-за травм в основном проводится. Неправильно атаковали Рональдо, он же быстрый Ювентуса Инзаги. Ох, красиво, как играют Замарано и Рональдо. Правда, не получилось эта стенка. Вернемся. И вопрос остается. Так, смотрим этот эпизод. Рональдо уже на шаге и на втором
в одно касание предлагает стенку сыграть с Саморано, вот этого маленького шлагбаума Йоргенсен, и опоздал с ударом. А когда уже пробил, то мяч попал ему на ногу. И в конце первого, вот уже с самого начала второго, они в атаке малоубедительны. В начале первого тайма гораздо у них было лучше в этом плане. Начинает атаку со своей половины, пас Рональду. Ну вот действительно, приобретет ли игра другие черты? Очень интересно. Удар поворотом. Это количество подходящих. Удар поворотом будет? Нет, это Рональду себе проткнул мяч туда. Нахта. И вот за счет этого, но до конца не получилось атака его. Сейчас уже Рональду. Вне игры было. Вне игры. Судья не дает вне игры. А вот Турчи здесь как бы реабилитировал себя. Ну что же сейчас происходит? Красная карточка. Он же не нарушил правил Турчи. Вот посмотрите. Да, смотрите, он выходит. Вот он на линии пока. Нет, а Рональдо-то еще до линии. И он его роняет там. Как раз тот момент, когда новоиспеченный вратарь двинулся в правый угол посмотреть, где же что лежит, так сказать, да. Расставил ноги в полушпагате. Так в этот момент бил, 22-й. Да, вы правы, только попасть поворотом. Да. Вот он, видите как, он как раз вот так нам показали, не очень хорошо. Ну, поэтому вот момент, когда бил Рональдо, чуть-чуть на долю секунды раньше, голкипер пока что. Обычно он заметнее, правда? Да, он заметнее, несомненно, да. Итак. Игра на перегонки. Вот сейчас мы поговорим о Рональдо. 2-0. Рональдо.